Сериал «Великолепная пятерка», пятый сезон, 82-я серия. Анонс. 82-я серия выйдет 10 октября на пятом канале в 21 час 25 минут. 82-я серия «Блэкаут». В гостиничном номере задушен женскими колготками судья Валерий Кулиш. Выясняется, что на момент убийства в отеле произошел блэкаут. Подозрения падают на проститутку Анжелу Пономареву, которая обслуживала Кулиша, и приезжего предпринимателя Романа Рожкова, устроившего в баре дебош. Но жена Кулиша указывает на электрика Лукьянова, который ранее угрожал ее мужу убийством.